Здравствуйте, друзья! В руках у меня домкрат. Сейчас я покажу, как им пользоваться. Это насос от ЦАПа. Вот он у меня всегда в багажнике вместе с ЦАПом. Им можно качать домкрат. Также есть переходники вот, для компрессора, если нужно. Чтобы есть компрессор. Да. Так, и начинаем накручивать. Жесть, с ума сойти. Вот так. Угу. Ну прикольно. Так, и как он сдувается, значит? Давай. Если нужно приспустить немного, допустим, чтобы колесо просто задело землю, можно просто клапаном. Все. Как бы легко регулируется. Либо полностью сдует. Класс. Быстро. Очень полезно, когда где-нибудь на трассе остановились с пробитым колесом. Нету ровной поверхности. Закинули домкрат, накачали. Все быстро. Не надо лазить, искать там. Особенно если машина гнилая, пороги гнилые, идеальный выход. Складывается тоже очень просто. Нормально.